Мастер-класс провели для школьников. У входа в библиотеку им предстояло спасти пострадавших. Оказывать медпомощь детей учили сначала на манекенах. Учились спасать жизни школьники не только на куклах. В мастер-классе задействовали волонтеров, которые сыграли роль пострадавших. Школьникам предстояло оценить повреждения, наложить повязки, безопасно транспортировать пострадавшего и оказать ему психологическую помощь. Организаторы мастер-класса констатируют, справились с заданиями на отлично не все. К сожалению, старшеклассники впадают в некий срок. То ли не хватает знаний, может быть, не хватает мотивации. Они больше ждут какого-то обучающего, может быть, момента, а здесь их просят действовать. То есть их готовят к решению тестов, они умеют решать тесты, отвечать. А вот работать руками, к сожалению, не очень хорошо получается. То есть да, практика хромает. Для этого во Владимире общественники и проводят подобные мероприятия. Правила оказания первой медицинской помощи могут пригодиться в любой момент, и их должен знать каждый. Кроме того, школьникам рассказали о том, как спасают людей доноры крови и как можно пополнить их ряды. Отмечу, о донорстве в формате таких мастер-классов школьникам рассказывают уже четвертый год в рамках проекта «Протяни руку жизни».